Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Вопрос номер 7. Как быть, если ты боец, а тренер делает большой уклон в подготовке по ката? И как быть, если в подготовке только ката? Кихон, растяжки нет, набивки нет, боевой подготовки практически нет. Поймите, если вы ставите себя в ранг бойца, то вам не нужно заниматься такого тренера. Зачем, если человек готовит спортсменов по кихону, там, по ката, ну, который выступает по ката, и не делает того, что принадлежит именно вам, то смысл тренироваться у такого человека, я думаю, исчезает совершенно. Поэтому мой вам совет — найти тренера, который может давать вам то, что является поединком, потому что там, возможно, вы станете хорошим мастером и покажете свое мастерство другим людям. Вот это мое мнение. Душу продать нельзя. Ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь, если откроешь Богу свое сердце. Всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.